Всем доброго. Пришла вот посылочка от посредника Столбао, Гринёва и Ольги. И давайте посмотрим, что здесь. Так. Здесь у нас аккумулятор на Lenovo T410. Вон какие-то бумажечки оставили. Понятно. Так, поехали. Этот аккумулятор обошелся мне 670 рублей. У нас в России он стоит более 1500 рублей. Так, поехали дальше. Здесь, я так полагаю, должны быть петли быть. Блин, китайцы. Ага. Вот такая вот интересная упаковка. Это петли на ноутбук на E5420. Обошлись они 330 рублей. У нас они где-то 700 рублей стоят. То есть, если навернулись петли, я просто занимаюсь ноутбуками, и вот такие вот петли пришли. Так, ну здесь у нас... Сейчас. О, как. Даже не знаю, тут за что браться. Вот это что такое? Ладно. Пакете. Ага, вот это пришел шлейф на ноутбук Dell Alienware. Это шлейф матрицы. Обошелся он мне 655 рублей. Стоит у нас он более 2000 рублей. Вот такой вот новый шлейф. Поехали дальше. Что у нас здесь? Вот здесь у нас самое ценное. У нас, блин, ёхали, давай. Материнские платы. Вот это на ноутбук Dell E5420, на который я петли заказал. Вот эта материнка что-то в районе 1500 обошлась. У нас она стоит, вот именно у нас она стоит 5500 рублей. Материнская плата. Тут под i3, i5, i7 второго поколения материнка. Так что думайте сами, то есть какая экономия. Поехали дальше. Здесь у нас материнская плата. По размеру видно. Это у нас Dell E6510. Обошлась она в 1530 рублей. Цена ее в России, она бэушная, в России где-то в районе 4000 рублей. Это за бэушную. Я ее взял за 1530 рублей. То есть, вот как-то вот так вот. Все, больше ничего нету. Все упаковано. Очень хорошо было. Так что я надеюсь, стоит доверять Ольге Гринёвой и Карине. Посредники Столбао. Ссылочки будут внизу на их страницы ВК. То есть довольно все просто. Заполняется через Excel-овскую форму Word, офиса.
заказ. И заказ довольно быстро пришел в течение сколько? Ну, 3 недель. То есть это вот с самого Китая, как вот выкупили, и до меня вот именно до моего местоположения, то есть где я нахожусь в Ставропольском крае, пришло за 3 недели. Всем спасибо.